Все нашлись, все прошли квест «Найди компас». Здорово. Надеюсь, во второй раз вы уже просто прямиком улетите. Запомните. А сегодня у нас Уильям наш, так сказать, Шекспир. По названию вы, наверное, настроились уже на современную обработку. Да? У нас не классическое прочтение для пьесы. Когда копаешься в Гамлете, на него написано, наверное, порядка 400 томов всевозможной критики, всевозможных рассуждений, исследований, теорий и прочего. Это, наверное, такая самая погружающая пьеса для режиссера. Поэтому очень много мы откопали нового для себя, когда работали над пьесой. Там есть несколько решений, которые есть у Шекспира, но которые почему-то в нашем российском переводе не звучат. Вот, поэтому я рекомендую вам внимательно смотреть за всем, несмотря на все наши веселушки, которые мы для вас заготовили. Вот, приготовьтесь к шекспировскому трэшу, он был хулиган. Мы будем сегодня хулиганить, несмотря на то, что у нас трагикомедия. Да, мы постараемся не сильно вас загрузить ею, вот, а постараемся погрузить в нее. Вот, я желаю вам приятного просмотра. Давайте перевернем еще раз Шекспира в гробу. Мне кажется, ему это нравится, судя по тому, что 400 лет все делают, эти пьесы идут. И я надеюсь, что мы станем с вами большой театральной семьей, театрального лофта «Компас». И вы придете к нам на другие спектакли. Будем с вами хулиганить по-шекспировски уже в комедийном плане. Есть у нас другие пьесы, более интеллектуальные, более современные. Поэтому я вас приглашаю на все наши спектакли. А сегодня у нас Уильям Шекспир. Алло, Йорик.